Научит это, перетолок это все учит. Тогда все покажем. Это растяжечка конкретно. Это Имашкина, бортовская растяжка. Ага. Короче, курсы открываю по растягиванию. Да, у тебя, кстати, я смотрю, очень классно получается. Some funky stuff, huh? Yeah. Вот. Лопатки нужно вот эти. Даже не делать, что... Видишь, лопатки нужно. Every single joint they can do that with. Really? Yeah, it's good, right? It is. Where did they get that? What is that? The stretching, that's wrestling stretching. That's what they do in Russia, man. Yeah, yeah, the warm-up. Some of their warm-ups before practices or after practice for 30, 40 minutes. Just of this. Because here they don't do that. They just jump in, they run circles, whatever, and you boom, jump in back at the train. These guys, they do this. So they warm up here for like at least 30 minutes. Yeah. Yeah. Самая бомба. Самая лучшая. Самая принципе. Борцовка вообще четко была. И вот это самая бомбовая тема. Концовка выжила. Вот сюда ноги, да. Самое люблю вот это когда. Так что. Да-да. Стретчмен. Как себя чувствуешь, Адам? Because his all of his cells need that so they can fire quickly and all that. When he gets out there, you're gonna want to stretch him. Массаж будешь делать? Мы тебе будем давать по 50 баксов. За час. За час 50 баксов будем давать за массаж. 30 нормально. 100 грамм? Не меньше. Не меньше. Little bit of fat, little bit of carbohydrates, good. Maybe even a little bit of carbohydrates, good. For a few oils, good. For small things, water, local.
Good, okay. Coach, tell me, what do you think about Adlan, his shapes, his conditioning? Adlan is an absolute beast, the wolf. They call him the wolf for a reason. He's a beast, he's an animal. Yeah, nice. Thank you, coach. I'll see you Friday. 4:30, yeah? 4:30. Okay, coach. Вот, ребята, смотрите, какая интересная вещь. Made in USA. Made in USA. Сейчас ребята будут принимать ледяную ванну. Это вам не шутка. Я туда даже мизинчик не засуну. Ты же так делал, да, Рустам, до этого? Вот он. Красавчики. Расскажи, а как, чем это помогает? Для чего это? Она вообще сильно расслабляет мышцы, когда после качек, когда тело забито и когда человек перегружен. Очень сильно восстанавливает. Она еще любую травму, которая спина залечивает, да? Да, она залечивает. А ты потом как? Ты сколько ты лежать будешь? 20 минут здесь надо сидеть внутри воды. 20 минут в ледяной воде? В этой, я думаю, это достаточно долго. Ну, еще же воды холодной лежишь, да? Да. А потом что, горячую ванну? Контрастный душ? Нет. Потом ничего? Не надо, ничего, просто надо одеться, тепло одеться и все. Все. Нельзя там... Не надо, да, душ? Да, я... Мы так с ребятами ездили уже раза, наверное, 5. В 6, наверное, ездили по 20 минут в воде, сидели холодные. И то это время, когда я вес гонял, было, говорят, иммунитет слабый бывает. Но я не заболел, ничего. Отлично, не было. Только лечение. Да, завтра да. Хороший спарринг сделаю из этого. Ну, зато будет как раз свеженький да. Будешь, правильно? Да. Отлично. Да. Ладно, сечь. Так. Время пошло. Я только могу почувствовать. Пацаны, смотрите, это ужас. Не удивляйся, если мой лоб начнет потеть от холода. Ну давай. Тут холод, знаешь, когда даже разговариваешь. Когда я отсюда выйду, у меня та часть, которая в воде была красная, будет сильно. Да? Угу. От холода. Она сильно восстанавливает это. У меня уже 3-4 дня ноги болят после этой качки. Ну, сейчас вырвусь. Да. А ты это верхнее тело будешь тоже? Ну. Нет, только ноги? Только ноги. Нижние? Еще чуть-чуть спешить. Так вот можно. Холодно бывает всегда первые 2 минуты, а потом уже не чувствуешь ничего. Я прыгал в холодную воду, знаешь, помнишь это, как в бане у нас там бывает, ты выходишь, просто прыгаешь и выходишь сам. Там долго не могу, буквально на новом лету. А мы там, где сидели, там такие большие ванны, где-то комната. Это холодильник, короче, охлаждает сильно. Все время охлаждает воду. Еще туда сверху лед они добавляют. Да, постоянно. Так, вот один бродяга. Конкретно с головой больной. Вот этот замерз полностью. Конкретно он включил сейчас, это даже слышно, кипяток у нас из стены. Вообще так жарко. Сейчас быстро согреюсь. Ну вот Адлан. У нас. Адлан, что делаешь? Смотрите, ногами кверху. Я ноги забиты. Смотрю лайвные новости, что происходит в России. Что интересного? Эксклюзив. Нападение на лодку в Москве с нами камерами. Ну, лайв-ньюси такого.
радостного ничего не бывает всегда. Новости. Да, в новостях ничего такого хорошего не бывает, да? Ага. Вот. То есть у нас мир и спокойствие сегодня, да? Всем привет. И спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот, бинты сушатся. Тут у пацанов сушилка. Все, обмундирование, вот шлем. Смотрите, перчатки всякие. Щитки. Рэш-гарды. Вон щитки лежат. Вот, да. Короче, все по полной программе. Бинты. Одно забрал. Скажи привет всем. Привет всем. Салам алейкум. Thank you.
Ты что, нежничаешь там? Боксируй нормально. Как Рустам Хабилов проводит свободное время после тренировок. Играет Far Cry. Вот да, даже UFC-шники играют в компьютерные игры. Прям делать нечего. А меня не бьют. Бум. А вон и Машка спит, короче. Я не спит, а на телефоне сидит. Якобы спит. Какая у тебя кофта четкая. У меня такая же майка. Ты видел, да? Yeah, Mike yeah. Play, what's up, guys? Hey, how you doing? Ты понял, просто план такой. Если вы час 3-4 скинули, вечер, ну сколько там покушаем? Максимум паунд. Даже? Лучше всего охотиться из засады. Но здесь главное рассчитать время. Первая попытка фантома была слишком поспешной. И он потерял свою еду. Рога подшипаю, батька уморгал и выкалил. Всю жизнь! Работать на лекарство будешь. Редиска, на махудолотор. Петух гам! Кого я вижу? Привет. Привет. Майк, как посадил. Легко было, я не знаю. Посмотри, чайник. Девочка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? Сейчас поеду. Никола Питерской. Сколько я зарезал? Сколько перерезал, сколько души я загубил.